Пленительные танцы и завораживающее пение. В Нарьян-Маре прошла большая премьера нового творческого сезона. Праздник, которого ждали 3 месяца и готовили всем коллективам Дома культуры. Мой коллега отправился в главный концертный зал Нарьян-Мара, чтобы увидеть праздник своими глазами и прочувствовать ту атмосферу, о которой зрители говорили. Тепло, бьющее через край, радость жизни и пламя страсти. В правую сторону, на уровне плеч, пошли и... Еще раз. Справа, 3-4. Это последние указания перед выходом на сцену. Последние полчаса перед невероятно интригующим концертом. Права на ошибку больше нет. Репетиция, с которой подводят итоги. Каждое движение должно быть идеальным. Девочки волнуются, но понимают, впереди грандиозное представление. А значит, все непременно зависит от них. Вот артисты наносят грим, кто-то еще успевает отрепетировать сложные движения. За кулисами десятки творческих коллективов. Все в разных костюмах, но с одинаковым настроением и желанием подарить людям яркий праздник, чтобы увиденное еще надолго осталось в сердце каждого. К большой премьере сезона, пожалуй, все готово. Концерт начнется через несколько минут. Зал уже заполняется зрителями. Артисты обживают гримерки, так сказать, накладывают последний грим. Обещают, премьера действительно станет грандиозной. Несколько секунд паузы, и на сцене появляются вечно улыбающиеся герои ненецкой земли, известные практически на весь мир. Народный ансамбль «Хаяр» зрителям сразу дарят свою любовь. Сразу после почти незаметно выходит другой творческий коллектив. С трогательной нежностью они машут платками и так уверенно передвигаются по сцене, будто сливаясь воедино. На несколько секунд гаснет свет. Изящный концерт, то не в динамическом синем цвете. Прожекторы, сирены и красивейшие декорации. Впрочем, все понятно без слов, и все несется дальше. Унесенные ветром, они летят из сказочного леса. На сцене зажглись новые звезды, а точнее звездочки. Их яркий свет озаряет путь. Перед зрителями раскрываются самые маленькие артисты. Творческий коллектив «Солнечный зайчик». И снова здравствуйте, мы тоже с вами. Зала страха не вижу, вам легко смотреть из зала. Как на сцене я дрожу, ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя хореограф, галочка не видна. Кстати, впервые в истории у городского дома культуры появился собственный музыкальный оркестр. Это он озвучивает концерты, заполняет переполненный зал живой музыкой. Мурашки по телу с первых секунд игры. Словно перелистывая страницу, зритель попадает на завораживающее пение эстрадно-джазовой студии «Импровиз». Кристина Ясинская и Ксения Носова, они снова экспериментируют, выдавая со сцены легендарную группу «Скорпионс». Как мимолетное видение, сказка подходит к концу. Но в этой книге счастливый финал, ведь на самом деле все только начинается. Ну что ж, а нам остается сказать, что юбилейный творческий сезон городского дома культуры открыт! Отзывы самые восторженные, ведь шоу, которое увидели сотни зрителей, получилось не просто масштабным, а действительно грандиозным. Ожившие спустя лето национальные танцы, русские песни и трогательные улыбки, которые согрели сердца людей в холодные дни октября. Такое остается в памяти надолго. Лучшие моменты.
Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Владислав Носкин, Леонид Шишелов и Антон Водряков. Телеканал «Север».